Подписываемся на канал и ставим лайки. Олежков скелет, Херсонская область. Приятного просмотра. 10 октября, воскресенье. Мы в Тюрюпинске. Олежка, Херсонская область. Приехали в лес. Здрасте. Я и Растя. Добрый день. Последнее время мы с Растей, короче, путешествуем только с Растей. Значит, рассказываю, как мы сюда добрались. От центрального рынка в городе Херсоне автобус. Это нам не подсказали. Сейчас я, значит, рассказываю. Мне девочка говорит, потому что я все время ездила в лес на машине. Вот. И мне девочка с работы говорит. Значит, садишься на автобус Херсон-Хуторище. И в Тюрюпе, ну, в Олежках уходишь, остановка хлебзавод. И типа там сориентируешься. В общем-то, вот мы и ориентируемся. Но этот, ну, как бы, когда я ездила с Андреем, и вот там Юля, подружка, когда мы с собаками ездили, вот мы ездили в другой лес. Другой лес, ну, серьезно, мы ездили другой дорогой. Я не знаю, куда я сейчас дойду. В общем, пошлите со мной. Тут еще так как-то все это самое... Получилось, в общем, вначале сидим мы на остановке с Растей. У Расти ложная беременность. Она ноет все время. Вот, я достаю и начала дрожать. Я ее взяла на ручки, она дрожит. Я беру этот, достаю с рюкзака спортивный костюм. Ну так вот, держу ее на руках, типа укрыть. Потому что на улице жара. Вот было вроде прохладно утром, а сейчас жарко. Взяла ее на ручки. Растя меня закрутила, сейчас я покручусь. Вот. И этот. И у меня улетает билет. Но я не увидела, что он улетел. Иначе, ну вот как бы все сразу, что может и не стоит ехать в этот лес. Вот. Короче, этот билет. Так я потом такая смотрю, ну, люди, ну, я как бы вслух проговариваю, где же билет? И люди уже тоже начали мне помогать, там, посмотрите по карманам, мы все смотрим. Тут раз видим возле колеса автобуса, который вот-вот должны открыться двери, мы в него сядем, лежит билет. Я только к нему. И он летает и ложится именно посередине вот автобуса. Я его не могу достать, я уже там как бы ну, встала на колени, на асфальт, туда заглядываю, я его вижу, но достать я его никак не могу. Мне уже там женщина одна купила там домой, видно, ёршик для унитаза, уже дает мне этот ёршик, я и ёршиком достаю. Короче, это был цирк просто. Уже какая-то не судьба. Начали ехать с Растей, едем в автобусе. Я этой кондукторше говорю, женщине. Ну, она такая женщина уже в возрасте. И не знаю, может, она чем-нибудь была занята ночью. Потому что она дремала все время в автобусе. Так ручечки сложила на себе на грудь и дремает. А я ей подошла, ее разбудила. Мне так даже было неудобно, что я ее бужу. Я говорю, вы подскажете мне, когда будет хлебзавод остановочек? Кажет, да. Конечно, в итоге мы едем. Я смотрю, мы едем, едем. Я говорю, кондуктор, а нам еще не надо выходить? Она говорит, а че ж вы не вышли? Ну, короче, цирк. Она говорит, ну подождите, сейчас мы будем ехать обратно, и тогда вы выйдете. Ну, вон он, как-то там он, наверное. Вот это шум. Че, мы пойдем прямо, если нам надо? Тут шли прямо, зашли как в пролесок какой-то. Пошли, раз. Ну, елок я тут не вижу. Мы, наверное, ездим... Я не знаю, где мы ездим. Боже, почему я реально, блин. Как можно быть 250 раз в лесу и не понимать вообще, где ты находишься? Вот это для меня загадка. Вот, а, зрите. Не, ну класс, смотрите. Да ладно. В лесу нашла. Вот это... Те, кто будет смотреть это видео, вот это прямо волна позитива, да? Иду, как можно? Почему нас не туда привезли? Почему я не помню дороги? Почему, почему, почему? Ой, я не могу. Растюшка побежала вперед.
А я чуть-чуть поснимаю такое. Встретила молодых людей. Мне еще нас пофоткали, так что у меня еще будут фотографии. Я жду вам сразу, не фоткать никого нет. Но у меня, короче, я вообще подготовилась основательно. Сейчас возьму, наверное, вот так оно. Готовилась основательно к этой поездке. Я взяла подстилочку, взяла под попу положить такую штучку, чтобы вдруг будет холодно. Взяла подстилочку, взяла пиццу, Расти взяла еду, взяла, ну, конечно же, термос с чаем. И все, и мы идем глубоко в лес. Эти сосны, я люблю, когда большой. Точно с Андреем, когда ходили, тоже есть большой, тут есть поменьше. Вот, вот это вот поменьше. А вот побольше. Побольше, поменьше. Что там, зайка моя? Бусинка моя? А? А ну пошли. Куда нам идти, чтобы было хорошее освещение? Прямо туда? Пошли туда, в эту сторону. Давай по дорожке пойдем. О, может туда пойти? А ну пошли, выйдем на эту дорогу сейчас. Давай, Расти, тебе нужна сейчас физическая нагрузка, так что беги. Надо, на гору, с горы. Лес — это хорошее дело. Но только мы выехали поздно. Поедем еще. Перейти на ту сторону и зайти в этот большой лес. Как будто бы наложили уже фильтров каких-то. А фильтров тут нет. Я сошу. Это была пицца. Это была пицца, которую я горячую положила в коробочку. Расти, ты свое кушай. Сейчас Расти скушает свое.
будет мое вкусно. Не растекал. Тебе сейчас кушать вообще нельзя в твоем положении. Когда у тебя мысли плохие уйдут от тебя, тогда будешь кушать нормально. Я тебе дала покушать, Растя. Не хитри. Я сказала, нельзя. Сказала, нельзя. Это пусть стоит, это еще не доедет. Подожди чуть-чуть. Красота! Класс, вот так лежишь, голову наверх поднимаешь, там это небо, лежишь, медитируешь. Вообще бомба, класс. Да, раз? Сейчас надо идти и дальше, еще надо походить чуть-чуть. А то мы так, чуть-чуть прошлись, уже уселись. Покушали и идем дальше. Будь здорова. Давай еще чаечка выпьем и пойдем. Посидели, перекусили. Попили чаечка, будем идти. Будем, чуть-чуть еще походим. Надо физкульт. Он, Растя, только садится, начинает ныть. Да, Растя? Дети у нее. Все, бежим. Люди, он приезжает и отдыхает все. Все приезжают, типа мы приехали сюда исключительно по работе. Да, Растя? Иди туда налево. Трошечки налево. Опа. Увидела, что я ускоряюсь и сама такая, давай ускоряться. А ну залезь туда на холм на это. Класс. Класс. А ну подожди, я включу. Класс, красиво, красиво, мне нравится. Только надо было выходить пораньше. Так же самое, как и в Станислав. Если мы будем ехать в Береслав, а туда дорога дальняя. Давай, 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 давай. Давай, 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 то мы выйдем вообще в 6 утра. Блин, ну погода. Вот вчера было этот холодно вообще. Мы вчера вообще никуда не выходили. Я смотрела фильмы там разные. Такие сложные. Ну, был холодный ветер. Вот сейчас разговаривала с человеком, который живет в стороне Каховки, кстати, возле Береслава. Вот он говорит, ветер. Фух, на солнце вообще жара. У меня уже колючки аж под штаны залезли. Идем, да, бусинка моя? Ходим по лесу. Какой лес классный. Осенний лес. Ну, насчет грибов мы не знаем. Мы их не собираем. Еще разговаривали только что с одним товарищем по телефону. Он говорит,
грибы не собирайте, много травятся в этом году. Что-то там с грибами проблема, короче говоря. Вот. Ну, мы и не планировали, в принципе. Потому что я тут, походу, тут колючек не должно быть. Хоть бы мы не заблудились, а то я сейчас нахожу. Ну, вроде помню. Потому что нам уже надо скоро идти домой. Автобус скоро. Вообще, да, как бы мне кажется, что в идеале надо приезжать сюда утром. Ну, как бы сильно рано тоже нет. Грибы нас не интересуют. Нас интересует хорошая погода. Значит, ну, хотя бы там, я не знаю, часов хотя бы в 11, чтобы мы выехали. Ой, выехали, приехали сюда уже. И все, и вот так вот отходить до часов 5. Часов 6 проходить. Тогда это, мне кажется, что польза и для здоровья, и зарядка, и надышались, и энергией напитались. А если вот этот на 2 часа, как мы приехали, блин. Не, мы... Подождите. Полвторого... На 3 часа. Ну, как бы это мало. Это мало. Так, что я хочу сказать. Значит, время сейчас 16:15. Автобус 4:30 выезжает с тех хуторовчик, как оно называется. Этот. Ну, мы опаздываем. Мы опять в лесу. Мы бежали с Растей на остановку, встретили знакомых. Они приехали тут пройтись по лесу. Тоже с таксой. В общем, и мы говорим, какая приятная встреча. Возьмите нас с собой. Они нас с собой взяли, и мы чуть-чуть проехали. И заехали как бы, ну, этот же самый лес, только в другой стороне. Ходим, гуляем. Класс. Я рада, потому что я думала, что мы не успеем. И время нам об этом говорило тоже. Ну что там? Где палка, барни? Где? Давай. Давай, Урасти, заберем. Давай, Урасти, заберем. Давай. Опа. Опа. Давай, 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 давай. Барни, ты убежал от нас? А ну! Барни! Давай, побежали у Расти забирать. Вот какая грызунишка, а? Ты грызунишка? Давай. Опа! Опа! Барни. Барни, барни, барни. Тихо. Тихо. Отойди, чтоб я тебе по голове опять не дал. Опа!
Смотрите, какой туннель прямо. Класс. Вообще бомба. А, вам класс, да? Такой туннель. Погуляли мы в лесу и в этом. Едем домой уже. Значит, подписываемся на канал и ставим лайки.